ברוקלין, добрый вечер. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. שטוב סבישני, благословил все, кто с нами тут сидит. И дома на этот урок смотрит и слушает. Чтобы בעזרת השם увидели хорошие дня, радость, счастье и покой. Амен ואמן. קהל קדוש, в сегодняшний урок я сделаю не короткий урок. Может быть, будет длиннее, чем всегда я делаю уроки. У меня уроки 40-45 минут до часа. Этот урок будет, может быть, мало длиннее, но я в этот урок поставил все важные вещи, что есть в нашей жизни. Я в этот урок я поставил почти все, что самое главное у Всевышнего, что Всевышний хочет от нас в этот нашей жизни. Этот не непростой урок. Этот урок надо иметь еврейские уши, еврейская душа и еврейские понятия. Потому что в жизни, и я с этого начинаю, в жизни самое главное у Всевышнего, это как мы один другому, как наши отношения, как наши уважения. Потому что есть такие, шалом, Раби Витали, есть такие, извините, что неправильно много вещей понимают. Не понимают, что главнее в жизни соблюдать, держать и бить. Я вам говорю в этот начале урок. Этот урок от жизни, да, от нашей Торы. Но жизнь – это большая школа. Кто ее прошел, знает. Нету еще одна школа лучше, чем эта жизнь. И кто ее прошел мало, и еще тут живет с нами, знает, что нету школы больше, чем эта школа, эта жизнь. Это самая большая школа. И сегодня от нашей книги, от моя жизнь, я этот урок вам даю подарок. Подарок не от меня, а такие, что тут сидят, и только за них я тут сижу, против вас сегодня. Кал Кадош. Агмара пишет. Мишенихрав бета мигдаш. От этого день, что наши бета мигдаш. Уже нету бета мигдаш. Ниналу кол ашаарим башамаим. Все вороты, все двери у Всевышни, все закрылось. Все у Всевышнего закрыто, там наверх. Омерет агмара хурц мишааре онаа. Кроме один ворот, он всегда открытый. Какой ворот там пишет гмара? Шаар шел цар шел бене адам. Люди, кто кричат, Бог, я больше не могу терпеть. Я больше не могу так жить. Меня обидели. Меня кто-то убивает каждый день. Меня кто-то обидел. Меня кто-то сейчас плохо сделал в жизни. И он начинает плакать. Он начинает кричать, Всевышний, вытащи меня от этой ситуации, что я сейчас зашел. Я в такая ситуация, что люди хотят меня убить. На меня плохие вещи разговаривают. Мне плохие вещи делают. Обманывают. Лешон ара, отца диба вытаскивают на меня. Берут от меня, извините за слово, сосут мою кровь. Бог говорит, все мои вороты наверх закрыты. Когда бета-мигдаш, у нас не один, два. Бог зажег, он говорит, Бог, я все вороты я закрыл, но одна, один ворот я открыто оставил. Это ворот такие люди, что когда они будут плакать, потому что кто-то им плохо сделал, я их всегда буду слушать. Дальше, говорит Агмара, афилу раша шеба решаим. Он раша. Но он плачет, Всевышний, мне обидели. Мне тяжело, мне больно. Бог говорит, я его слушаю. Лахен катув шааре тфила шааре дима ло ниналу. Когда у тебя есть дверь, ты не можешь зайти, он закрытый. Ты можешь стукнуть его, ты можешь, ну там, ты не сможешь, это дверь закрыта, ворот закрыты. Но вы знаете, через ворот может только один вещь зайти.
Вода. Когда человек плачет, даже если его рот закрыт, Бог говорит, его слезы ко мне зайдут, я послушаю. Месаперет Агмара, Тора пишет, в жизни хахамим пишут, «Ло раити адам шебецар, שמי שצערו לא, לא, לא שילם על כך. תורה פישית, נשי מודריצה, נשי חכמים, פישות, יב ז'יז, פרשור ז'יז. אני בידיר את הכל ושתו, צ'לווה כמות הפלוח הסדיאל, הבידיר, там, אם הוא פמישל, יהיה תכתו פמישל, קונצ'ל ז'יז, סוליב כאן על יצור, יהיה תכל ושני בידיר. צ'לווה כתו מישאית, человек, кто помешал, человек, кто кому плохо сделал, в конец ему плохо стало. Потому что в жизни, Руфачик, люди любят купить, люди любят покупать, люди любят собирать. Дальше в покупке, когда ты идешь в супермаркет, заходишь на маркет, ты собираешь, там на коляске, дальше есть такие, Бог Хашем, они очень, они, у них три коляски, кульки, они собирают много. Да, ты можешь собирать. Иди на это место, где там мясные вещи, там мясное, там иди туда, где там есть халави, басари, там фрукты, все, собирай, умер Всевышний. Ты там не заплатишь. А там не заплатишь. И тут не заплатишь. Но в конец, когда ты должен выйти, надо заплатить за все. В конец, мои братья и сестры, мы все платим. На чего мы платим сами больше? На эти вещи, что мы когда-то кому-то плохо обидели, плохо сделали. Я это рассказал два раза на иврит в Израиль. Один день человек зашел в банк. Он хотел вытащить деньги. И он там рассказывает, что ему не дали. Ему не дали. Он хотел вытащить. Но сказали в банк, у тебя нету кредита, у тебя нету... Ты не можешь вытащить. Все, что ты смог, ты уже вытащил. Он сказал, умоляю, дайте мне, ну там, $100, только чтобы шаббат сделать. Там сидела одна женщина, сказала ему, я не могу тебе дать вытащить. Он ушел. Пришел к матери и говорит, мама, ты мне послала, ты сказала, может быть, мне дадут, но мне не дали. Ты все сделал, плакал. Да, мама, я плакал, заплакал, все, не дали. Сердце у них не открылось. Она говорит, ну, я пойду, я стеснялась, я не хотела себе позорить, но я пойду. Она пошла туда. Ребенок с ней идет. Она говорит, ты подожди. Зашла на очередь, стоит, приходит, говорит, извини, можешь мне помочь? Что тут это? Как помочь? Ну, у меня тут аккаунт есть, но в мой счет деньги нету, но мне надо $100. Мне для шаббат нету одна копейка. У меня дети есть не один, не два. Можешь мне помочь? Ну, поставить мне в минус еще $100. Я не хочу от вас. Я хочу. Я это заплачу год, два, месяц, два, неделя, два. Я это деньги дам назад. Нет. Не могу. А, не можешь? Зашла к этот менеджер, директор. Извини, говорит. У меня дети есть. Ситуация нелегкая ситуация. Можешь помочь? Он говорит, не могу. Я не понял, что это тут. Это банк, что это? Это что это? Ты не можешь мне помочь? Я не хочу от тебя. Еще 100, у меня так и так минус там, а есть 3000. Еще $100. Шаббат, чтобы у детей было что? Покусить что-то. Он говорит, извини, это тут не... Зело бет... Уходи, пожалуйста. Она ушла. Before, что она выходит, она говорит, не для меня. Для моих детей.
Мождат. Он говорит, Шаббат шалом. Она вышла и говорит ему, спасибо. Он говорит, спасибо тебе, тут это, тут не понял, банк это не какой-то мол, чтобы, это, хочешь деньги, иди лековец на довод, иди попроси от людей деньги, что я тут, я не понял, это банк. Она пошла в супер, в этот маркет. Она сказала, слушай, я была в банке, там не дали мне взять деньги, не дали. Я могу тебя написать тут $100 на шаббат? Я тебе верну. Он говорит, ты мне вернешь? Обманщица. Ты уже тут не должна 4000. Ты еще $100 хочешь? У тебя лицо нету? Ее ребенок рядом с ней. Ребенок начал плакать. Она сказала, извини, ты прав. Ушла. Мои братья, прошли дня, немало дней. 30-40 лет прошли. После 40 лет, один день, этот ребенок уже, Барух Ашем, стал богатый. Барух Ашем, все у него, его мама, все, что не было, есть. И один день, Барух Ашем, он открыл супермаркет большой. Он сидит на его, в его офис. И к нему заходит один ребенок. И говорит, извини, ты тут менеджер, да? Менеэл. Это твой, да, бизнес. Он говорит, да. Говорит, пожалуйста, умоляю. У нас нелегкое положение. Он говорит, как я могу помочь? Говорит, я могу $100 написать вот. Я тебе, я продам что-то, я тебе дам. Только дай мне, чтобы шаббат у меня было деньги, что-то покушать. Он запомнил, что день было. День был. Он тоже попросил от кого-то $100. Вы знаете, кто не был такой, не знает, понять такие, что у них нету. Он сразу ему дал $100. И сказал ему, еще $100, иди покупай, что тебе надо. Это $100 оставь для себя, брат. Но только у меня вопрос один, могу задать? Да. Откуда ты? Говорит, я оттуда, и отсюда, и сюда. О, я там жил, когда был маленький, говорит. Кто твои родители? А он говорит, мои родители. Ну, мои родители уже не в жизни. Кто они? Мой папа был какой-то директор в банке. А, да? Кто он был? Он говорит, Менеэл Плони Альмони. Вау. Что Бог тебе дал только хорошего. Он поднял телефон к матери и говорит, мама, ты мне всегда научила, что в жизни жизнь это колес. Ты дашь, тебе дадут. Ты возьмешь, а тебе возьмут. Ты плохо кому-то сделал, тебе плохо сделают. Бог не забудет. Почему, сыночек, ты это говоришь? Она была уже старая. Ты знаешь, кто попросил $100 от меня? Кто? Это директор, что 40 лет тому назад тебе $100 не смог дать. Это был его сын сегодня тут. Мама ему говорит, ты знаешь, 2 часа тому назад, кому я в кульке послала еду? Умер кому? Ты помнишь в этот день, когда мы были в супермаркете? Он говорит, да, помню. Ты помнишь, что там хозяин сказал, что я больше тебе не пишу, я больше тебе не дам на долг, на лонг? Я слушала, что его дочка, она сделала развод, у нее 3 дети и кушать что нету. Я себе сказала, ну, отец был такой, ну, что виноваты дети? Я им послала кушать в шаббат, потому что у них хлеб, кусок не было. Мои братья Бруклин,
Если есть тут кто-то, что думает, что жизнь это не колес, это не идет так, у него ошибка большая. Омерет Тора, кола Тора кула, зе адам лехаверо. Ма шетаасе лехаверха, яасу леха. Вся жизнь, это как мида кенегед мида, ну мера за мера, да? Так, ты сделал, тебе сделают. Ты дал, тебе дадут. Ты взял, а тебе возьмут. Ты кого-то обидел, тебе кто-то будет обидеть. Потому что в жизни все вернется. Запомните. Да. Серджо, я был... Мне тяжело это сказать. Ну, хас шалом, я не рад, хас шалом. Мне обидно. Я был в какой-то сукат авелим, рофачек. Я зашел в сукат авелим, я дал урок. Я выхожу от урока, звоном слушая, ко мне пошел человек, говорит... Ты, я тебя люблю. За это я тебя люблю. Что я сделал? Я люблю. Ах, ты ему так дал. Кому я так дал? Ты сказал точно, что это отец должен слушать. Брат, ты сумасшедший? Кто ты, что судишь людей? Не я? А ты что? Ты сейчас, ты же разговаривал. Не я. Я только говорю, молодец, что ты сказал. Я сказал. Я разговаривал, потому что у меня, когда я прихожу на шива, у меня несколько тем, что я разговариваю. Кибудурим, ну, уважать родителей. Если я прихожу сюда, я адам лехаверо, мера за мера, у меня нету много, что тут разговаривать. Что ты, тут парашат шаво буду разговаривать, тут, я не помню. Аллахот буду тут разговаривать, что тут. Тут человек похоронил ребенок. Что же можно разговаривать, брат? Это то же самое лекции я даю в такие места, что... Кто-то тут, что сидит и плачет, ему было легче. Нихум авелим. Что ему было легче в жизни? Мало его. Так. Ну ты же, он так, Рафат, так, ну раб, ты знаешь, куда ты пришел? Я знаю. Ты знаешь тут вся история? Брат, я не знаю вся история. Я знаю, что тут меня позвали. Тут отец похоронил ребенок. Это что я знаю? Я сюда пришел, брат. А кроме этого ты не знаешь? Нет. Я не верю. Я говорю, брат, я что, в жизни Тора нельзя, асу ли лимдор лишава, клянусь, нельзя сказать клянусь. Что ты хочешь? Я тебе говорю, Бог свидетель, я не знаю, я кроме, что это тут есть ребенок, что отец похоронил, я тебе, мой сын был со мной. Я не знаю ничего, брат. Он говорит, так почему ты разговаривал на эти, кто продают вещи, что нельзя, дают на проценты деньги, делали такие вещи. Почему? Сказал, потому что сидели там 350 ребята молодые. Я знаю, эти молодые, у них в голове пустота. Они хотят зарабатывать быстро деньги, и потом платят очень длинные дня. У них мозги нету, это не как наши родители. У них была дорога длинная, но короткая. Тут жизнь такая, что все хотят дорога короткая, но потом это длинная. Написано в Тора. Есть дерех арука, ши кцара. Кцара, ши арука. Наши родители жили, ну, все достали в дорогу жизнь. Дорога длинная. Ну, там, дорога, ну, как это говорят, длинная дорога. А в конец сидели в тишина. У них было все. Барух Хашем. Сегодня дети не ждут 60 лет, как наши дедушки. Они хотят уже в 18 лет, что у них была машина шикарная и дом с бассейн. И что у них было деньги, и Rolex Daytona, и суши им туна. Барух Хашем, они хотят все. Так они делают много-много вещей, что нельзя грехи. Они, хас вешалом, за них много людей умирают и падают. Ну, им самое главное, что у них было что-то, потому что они хотят очень короткая дорога. Ну, за это короткая дорога, что быстро они хотят достать. Это длинная дорога. Они быстро, они много, и лят-лят, медленно. Они будут за все заплатить, за все заплатить. Так я увидел молодые люди. Видел лицо, как их не лицо, какие рубашки, как они так сидят со мной. Но я понял, что это люди, что они думают, что они половина Бога. Так ты не знал, кто отец? Нет, ну что, я тебе говорю, нет, нет, это нет. Если я знал, я тебе сказал, я знаю.
Ты знаешь, что это уже второй ребенок, что он хоронит на это 4 года, 4 лет? Они говорят, брат, извини, почему ты улыбаешься? Почему? Видно, как будто ты... Он говорит, рабай, я эту семью ненавижу. Я ему шалом не говорю никогда. Я тут сосед, я тебя слушаю на ТикТок, на Ютуб, на Фейсбук, тебя слушаю уже 4 лет. У меня был какой-то, ну как, холом, да, увидеть тебя. И это был хороший шанс, я слушал, что ты сюда пришел, я тебя увидел. Я такой рад, что ты на эту тему разговаривал. Ты дал бомба. Да, ну, что стало с этот отец? Говорит, ты не знаешь, да, говорю, клянусь, я не знаю, да скажи уже. Он говорит, не только что он похоронил второй ребенок, у него третий ребенок лежит в больнице, в кома. Ты знаешь, кто он? Нет. Ты знаешь, почему его дети умерли? Нет. Это ребенок, почему тебе сказали, что он умер? Я сказал, я не знал, почему он умер, я не задал такой вопрос, я знаю, что отец похоронил ребенок, я пришел. Тут все говорят, что он получил хард-атак. Он никакой хард-атак не получил. Он взял много-много дракс. Он от много дракс, он умер манат йетер. Да? Да, мне жалко слушать. И ты знаешь, 4 лет тому назад, что его дочка, она тоже умерла. Почему? Она сам себя убила, она прыгала от какой-то мост. И третий ребенок, у него 3 дети, и третий ребенок у него в кома лежит. Бет Левинштейн. Без ногах, без ничего. Инвалид. Ты знаешь почему? Потому что ты сейчас сказал на урок. Кто убил людей, Бог с ним сделает что-то то же самое. Он тут, номер один, в нашей весь город, что продает дракс. Ты знаешь, сколько людей тут у меня племянник, у него купил, умер 12 лет тому назад. Ты знаешь, сколько детей тут умерли за него? Много. Сколько детей до сегодняшнего дня, они наркоманы за него? Много. Сколько родителей плачут день-день от этого, что их дети у него покупают? Много. Сегодня я понял все. Ты сказал, все, бомба, ты прав. Бог не забывает никого. Его Бог не забыл, Барух Ашем. Ушел. Рофат. Если мы это забудем в жизни, наша жизнь будет жизнь. Особенно нелегкая жизнь. Потому что кто хочет легкая жизнь, делай так, что у других будет легче. Особенно это, если это что-то за тебя, что им будет лучше. Но если за тебя кому-то стало хуже, тебе будет хуже. Потому что Бог никого не забывает. Ко мне пришла одна девчонка, я это за урок в Нативот. Ашер, слушай. Ко мне пришла одна девчонка, 32 лет, выглядит как 20. Бог мне так сделал, вся моя жизнь испортилась, вся моя жизнь, разбитая жизнь, а хаим шели арусим. Амартила, извини, я очень больно слушать. Рав, что мне делать? У меня, я уже третий раз замуж вышла, сейчас полгода, последний раз, это третий раз, полгода вышла, и еще 2 месяца я после Суккот, диворс. Я все, я это кончаю. Третий раз уже. Рав, у меня 2 раза, что я была замуж, у меня от один мужчина есть один ребенок, он мало больной, от второй есть девочка, что она вышла не 100%, больная и такая. И от это третий, и от это третий. Ну, мне баал ехад, я говорю, у меня 2 дети, от баал шени у меня один ребенок. А это маленький мне делает... Убил меня уже. От третий мужчина, что я с ним была несколько месяцев, у меня дети от него нету. Ну почему так, раб? Это не жизнь. Дети мне... Что они не делают? Они меня убили. Больны. Жизнь не жизнь. Я уже хочу отсюда уйти. Мне было больно. Мне было больно. Это было в Рамле. Это было в урок в Израиль.
Мне было очень-очень больно. Я сказал: сестра моя, делай чува. Разговаривай с Богом. Я не знаю, дал ей несколько там советов, но я один вещь сказал: моя сестра, я хочу от жизни учиться. Ты можешь мне сказать один вещь? Ты же сказала, твоя жизнь, разбитая жизнь, поломанная жизнь. Ты можешь мне только один вещь сказать? Что, рабай? Ты сам собой знаешь, может быть, когда-то ты кому-то плохое сделала, обидела, разбила кому-то что-то? Она была в шоке. Она не разговаривала полминут. 30 секунд, и так она была. Начала плакать. Тиро, тиро, Джонни, тиро, моя умерете. Умерет, рабай. Может быть, что это моя причина, почему моя жизнь так? Марти, что стало? Она говорит, 10 лет тому назад, когда мне было 22 лет, я работала в офис. И там был один мужчина, он был там, ну, хозяин офис, адвокат. И мы влюбились. И он был женат. У него 3 дети. Он оставил дом для меня. Он сделал развод, потому что я ему сказал, а если ты сделаешь развод, мы будем вместе. И после месяца-два, что он сделал развод, я уже не хотела это, я его бросила от меня. Но он, рабай, его 3 дети до сегодняшнего дня с ним не разговаривают. Я его жизнь поломала, я его жизнь испортила, я это знаю. Сказал, смотри, мазе, акадош баруху. Ты его жизнь испортила, поломала. Твоя жизнь от этого дня поломанная. У него 3 дети, ты сказала? Да, 3 дети. С ним не разговаривают? Нет. И твои дети, смотри, как они выглядят. 3 дети. Бог делает ровно, как ты сделала плохо. Бог, работай, Бруклин, мои братья и сестры. Если тут кто-то думает, что он хочет быть какой-то цадик один день, и он держит шаббат, и он думает, что в этот что он держит шаббат, он цадик, работай, у вас ошибка одна большая. Если есть кто-то тут, что думает, что это, что у него есть кипа, все, в этот Бог его любит, у него ошибка большая. Если есть кто-то тут, что хас вешалом, что каждое утро одевает тфилин и молится в миньян, и даже поднимается бит хазан, и он думает, что за это, что он хазан, Бог его обнимает каждый день за это, у него ошибка, извините. Если тут женщины сидят и думают, что потому что у вас есть на голове кисуй рожь, косинка красивая, что ваши волосы не видно, и вы цадикот, и вы думаете, что за это Бог вас любит, у вас ошибка есть, извините. Before kippah, before kasinka, before barada, before tefillin, Всевышний один вещь хочет от нас. Адам ле хаверо. Что мы уважали один другого. Что мы никогда плохой вещь один другого не сделали. Не обидели. Хас вешалом, что мы... Хас вешалом. Что мы не были такие, что кому-то помешали. Кому-то обидели. Мы за это заплатим. Мы за это платим. Мы платили всегда. В Израиль. Это самый супер, что есть пример. Год полтора почти. Двери были, дороги были забиты. Каждый день стояли эти. Стояли, помешали нам. Люди в работу не могли дойти, домой вернуться не могли. Ходить куда-то не смогли, ехать куда-то не могли. Все забито. Бог увидел тебя, говорит, вы не хотите перестать? Беседер. Идите сейчас в Израиль, дороги открыты, машина одна не едет. Так вы понимаете, беседер. Тфилин не хотели одевать. Там нельзя в Израиле одевать тфилин на улице. Это уже хас шалом. В Израиле это директор школы сказал ребенку, возьми это отсюда. Принеси там хрест, мутар. Все можно. Тфилин нельзя. Бог говорит, до такой уровень вы дошли. В такой уровень вы дошли. Энбая, сейчас весь Израиль бегает, а где есть тфилин? Хочу одевать тфилин. Каждый хочет одевать тфилин. А, так вы понимаете? Беседер, я вас понял. Кипур! Перестали молитва в Кипур! Спустили хазан в Кипур!
Не будет тут Кипур. Мы не хотим Кипур в Израиль. Вы не хотите Кипур в Израиль? 50 лет прошли. От Йома Кипурим, когда нам сделали сюрприз. 50 лет ровно после этого Кипур, нам опять сделали сюрприз. Вы не хотели Кипур, вы получите Кипурим. Пошли это лебагац, бет мишпат в суд, что в Израиле не будет такой вещи. Мужчине и женщине по отдельно. Не дадим. Мы не хотим, чтобы было гадер. А, вы не хотите? В шаббат утром 15 в этот гадер открылись, и арабы зашли свободно. Вы не хотели по отдельно? Вы не хотели? Они тут, вы тут. Вы хотели смешные все места? И вы получили все места смешные. Нету никакой гадер. Суккот, вы верите? Суккот! Кто у него была сука на паблик на улице в Цибур? Получил штраф. Пошли в этот бет-мишпат богат. Что кто имеет сука на улице, ой вавой, нельзя. Это как дом построили, нельзя же, надо ишурим. Ну, богат там сказали, только можно 2 метра до 2 метра, только в такие места. Люди получили штраф. Суккот в Израиле не хотели. Это первый раз в Израиле, что есть суккот, что до сегодняшнего дня есть суккот. Сука никто не смог ее поломать и собирать, потому что начала война в Симхат Тора. До сегодняшнего дня суккот в Израиле стоит. Вы не хотели суккот неделя? Я вам дам суккот несколько месяцев. Что вы думали? В Израиле эти, извините, не евреи, на наши солдаты бросали камни. Эти, кто наши солдаты делают на камере и потом посылают на весь мир, что мы их избиваем. Бог говорит, вы не хотите перестать? Беседер, я вам там так дам, что сейчас все солдаты им делают мангал, печенье, там плов им подготовили, все им подготовили, подарки им раздают. Сейчас солдаты стали кдошим. Они, во-первых, кдошим. А, вы это не поняли? Так вы понимаете. Беседер. Бог говорит, что между нами, между нас, шаббат, филин, все это. После 120 я вам сделаю шот. Но что тут с вами станет в этот жизнь? Что с вами тут этот шот я делаю? Это только потому, что вы сделали между собой. А, вы не благодарны? Не, я понял. Вы не уважаете? Я понял. Вы делаете, омерет Тора, Рамбам пишет. Йом Кипурим мехапер. Йом Кипур. Скажи, Бог, извини за шаббат, за это все я делаю чува. Я 70 лет нарушал шаббат. 70 лет я не одевал тфилин. Бог говорит, все, ты перестал, ты утром, завтра, ну, в Кипур нельзя одевать тфилин. Ну, завтра утром, безрат Ашем, безрат Ашем, безрат Ашем, не шаббат. День регуляр. Ты будешь одевать филин? Да. Шаббат, next шаббат, что придет. Будешь держать шаббат? Да. Бог говорит, все, что ты нарушал, все, что ты грешил, махул. Йом Кипурим, мехапер. Аль адам ламаком. Ну! Если ты кого-то обидел, Бог говорит, Йом Кипурим, тинхи, я не могу тебя простить. Ты должен сказать ему, извини. Что он тебе сказал, махул? Если он тебе скажет, не махул, что они могут сделать? Я не могу тебя простить. Это уже не между нас. Это уже между вас. Ты кого-то обидел? Тебе будет обидеть. Ты кому-то дал плакать? Тебе дадут плакать. Я знаю такие люди, что мне говорили, рабай, он не убивает, он меня не оставляет. Я сказал, ко мне, бесербата, что получит совет, я не Бог. Ты знаешь, что Бог сейчас хочет? Что ты к нему пошел, поплакал. Плачь, Бог тебе поможет. Ашир, слушай. Раб Виталий, рабай, слушай, рабай. Руфачик, это в жизни я прошел. Седер, есть такие вещи, что мы учились, читали, слушали, увидели, но это на моя кожа, я прошел.
Ну, день было, я был молодой, у меня волос был черный волос, не белый, как сегодня, Барух Хашем. Я был молодой, 24 лет. Я еду в Хадера, Рехов Давид Шимони, я это никогда не забуду. Рядом со мной сидит человек, мой друг, у него есть рынок в Хадера. Ну, мишпахат Махлуф. Да, мишпахат Чук, Бехор. Сидит со мной рядом в машине, у него был Бьюик. Тот время. Я это никогда не забуду. Мы сидим вместе в машине, мы пришли назад, пришли в Хадера от Хулон. Мяхора, сзади сидит с нами человек молодой, тоже 19-20 лет. Наш друг, ну такой, что зашел быть с нами вместе. И мы едем, Давид Шимони, по дороге Лерехова Наси. Я это никогда не забуду. На левая сторона Рене Шани, такое место, что там есть, ну там Тарбут, там комедия. На правая сторона Полицер, магазин, что продает еда, как супермаркет. Я это никогда не... Ситуация, что никогда не выходит в моя голова. Как мы это проходим? Человек против нас едет на другая сторона. Лекивун Эгед. Мы, лекивун Анаси. Он говорит, Ронен. Я говорю, да, Плони. Ты видел, ты ну, начал его проклинять, это, ну, гарбич, что сейчас проехал. Я говорю, почему гарбич? Это мой друг. А, тебе такие друзья, хас вешалом. Ты, это ахла гевер, это такие друзья у тебя. Говорит, ну, почему? Это мой друг. Какой друг? Ты знаешь, что кто он? Это мой друг, брат. Какой друг? Мне сказали, что он сейчас ходит с... У него есть самый хороший друг, что он идет с его женой. Ну, как мы говорим, замужная женщина. Это не только замужная женщина, это самый хороший его друг, он с ней. Он говорит, лешон ара гамур, это нельзя тебе... Ты видел, ты там был, как ты... Не, все в Хадере на это разговаривают, все знают. Кроме ты не знаешь, я сказал, Барух Хашем, что я никак не знаю. Молодой парень, 20 лет было ему. Мне это было больно слушать, потому что это был реально мой друг. Живет со мной рядом, ну, Штерехавод Беольга. Мы пришли в этот дом, шел, ну, там все, каждый с его машина был. Зашли в наши машины. Я, ну, раньше не было WhatsApp туда-сюда. Были телефоны, каждую минуту, что ты разговариваешь, $4 стоит. Я сказал, что я сейчас позвоню, задам вопрос сейчас. Это не для телефон разговора. Я поеду к мой друг, это мой друг. Рофачик, я взял машина своя, от Хадера Волги поехал 10 минут, захожу, как это мой друг, звоню. Ну, брат, ты дома? Да, где есть такой час, где я буду? Там днем было уже там 3-4. Зашел, говорю, брат, слушай, я никогда в жизни не люблю слушать лешон ара. В жизни, когда я тоже был в Хелоне. Я вам скажу что-то. Что жизнь меня научила. Вначале я верил все, что я слушал. В начало жизни я всегда верил в то, что я слушал, я верил. Но жизнь мне так дала такая школа, что я начал верить только, что я вижу. И сегодняшний день, извините, даже если что-то я вижу, я уже не верю. Я верю сегодня только, что я чувствую. Я чувствовал с тобой только хорошие дни. Кто на тебя не скажет, что скажут, я не верю. Я знаю, что я чувствовал, что я с тобой прошел, что сказали, что услышали, что увидели. Для меня это фотошоп. Для меня ты зашел сейчас в какой-то дом, и там женщина есть, и вы там были 2 часа. Ты ей помог, ты ей дал деньги, ты ей убирал дом, ты ничего плохого не сделал. Слушал! Уже давно я не верю, что слушаю. Увидел, я уже перестал верить, что я вижу. Потому что в жизни иногда, что ты видишь, наоборот это есть. Это не так, как ты увидел. Это вопрос всегда, как у тебя глаза. Они грязные? Так все, что ты увидишь, это грязь. У тебя чистые глаза? Все, что ты увидишь, это будет чистота. Человек ночью вышел от какого-то места, там dark. Там была темнота, там никто туда не едет. Он вышел с машины, у него улыбка. А сзади, там тоже женщина вышла от машины. Грязный человек что думает? О,
Он был там, она была там, он вышел с улыбкой, она сзади него. Они кайфовали. Это грязный человек. Человек, что они грязные, что подумает? Может быть, двоя родная сестра, может быть, подушка, позвонила, она застала с машины, он пришел, ей помог, починил. Все, он сделал хесед, ушел. Грязный человек думает, как первый. Чистый человек думает, как второй. Это разница, как ты смотришь на жизнь. Если ты грязный, ты думаешь, что все грязные, как ты. Грязный человек. Грязнуля. Гарбич. Human garbage. На два нога ходит, но он полностью garbage. Есть таки много между нас. Я говорю ему, брат, не хочу, чтобы ты на меня обиделся, но, брат, я сейчас сидел в машине и сказали, что ты гуляешь так и так. Он говорит, Ронен, אני נשבע לך בשלושת, я тебе клянусь на моей три диеты. Я уже 4-5 дней это слушаю. Я в шок. Да, я ее люблю, она как моя сестра. Да, мне уже я и ее муж не друзья, как были. Ну, бывает, друзья уже не остались друзья. Но сказать, что я с ней, это же неправильно. Это же хас шалом, я не такой. У меня есть понятия наши. Я человек, и у меня есть хас шалом. Я такой, вещь, как хан сделаю, что я такой Ронен. Сказал брат беседа. Я к нему позвонил, сказал ему, Плони, что ты никогда больше, я твой род такой не сказал, он никогда не сделал. Сделал! Я ему желаю, что он был нехел кисе гальгалим, инвалид, что он сидел на этот, и это что я ему желаю, кто ходит, замужник, что кто ходит и мешает тыш, это что я ему желаю, Ронен. Сказал брат, седал, тебе бари, он это не сделал, тебе бари. Все, я с ним кончил дружбу. Это было 3 месяца, что он был с нами так мало. Ну, молодой парень. Я прошли, после 2 года я вернулся в бетшува. Это было почти 16 лет тому назад. 8 лет тому назад. После 8 лет я сижу в колел, Пардесхана, колел Арила, цел Рав Бублил. Ну, ты мне начали после Арви, туда-сюда. Кто? Есть такие начали в 10, есть такие в 11, есть такие в 12. מחצות יום, מחצות לילה, עד חצות יום, הרב רפאל בובליל פרדס חנה, יאו ניבור צ'רסיה, נצ'ל ומאי. זוונוק. הלו, רבי, כן, מה קרה? פריחדיב בלניצה, שתו, טיפום נסתיים בו דרוג, סידיר, טק, 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 בלניצי, שתו, וואו, טרגדיה בלשאיה. טוב, עד פרדס חנה לילה יפה, בינצית מנות. יאו, זה... Учился Тора, учил уже Тора, уже был тут несколько раз в Москве, Нью-Йорк, уже был. Прихожу в больницу, его родители плачут. Наш сын ушел. В конец нашли ему там, что нашли ему там, операции все сделали. Вытащили его, он, Барух Ашем, живой. Но вы не поверите, у него был тракторон. Ну, сегодня есть Арзедар, такие вещи. Раньше было Поларис. Не такие, как машины. Это ты сидишь им ядьет ככה. Не как мотоцикл, но на 4 колеса, ну, такой открытый. Опасный очень. И он сделал авария. И авария, что он сделал, он зашел под трак. Масаид. И чтобы вытащить, надо было порезать 2 нога. До сегодняшний день он сидит инвалид על כיסא גלגלים. И вы знаете что? Что я узнал? Мы все узнали, что он в последние 1.5 года шел с женой של самый хороший его друг. Когда он сказал, что тот, кто идет с женщиной, что она замужник, замужник, что я ему желаю так и так, он не ему жалел. Тот бы вообще не сделал. Кому он жалел? Сам себе он жалел. Потому что когда ты жалеешь кому-то что-то, ты не знаешь, какое испытание завтра у тебя будет. И что ты кому-то жалел? Ты себе жалел.
Ты кому сказал? Ты кого проклинял? Ты не его проклинял. Ты себя проклинял. Ко мне в краёты пришел человек грузинский. Красавчик. Гормазе бахур, матока. Его дети его вернули бы чува. И он пришел, когда говорит, раба, я убил своя жена, я убил ее. Я говорю, брат, как ты убил? Хашалам, ты не такой, ма питом. Да, клянусь, я мою жену убил. Спроси, ну, мои дети тут. Я ее убил. Когда она умерла? Год тому назад. Но если ты ее убил, как ты тут со мной? Ты должен быть в джейл. Ты должен сидеть в турме. Ты прав? Ну, по закону, как я ее убил, турма нету. Почему ты плачешь? Потому что я ее убил. Я хочу объяснить, как я ее убил. Марти беседу. Когда я был молодой, у нас был человек, что живет тут в Крайоте. Очень бандит, хулиган. Он что не делал? Тому дал деньги и взял. Зашел домой, воровал. Дракс продал. Все, что есть бандиты, что делают, он делал. И один раз у нас от него, за него ребенок себе повесил. И этот ребенок был мой двоюродный брат. Я когда знал, что это за него, я его не проклинял. Я что сказал? Я проклинал его мать. Сказал, этот мать, что его родила, что у нее кенсер будет, что Бог ее возьмет, что она такой вещь родила в этот мир, принесла в этот мир такой удар. Амарти, беседер, ну, לא הבנתי, מה הקשר? Его проклинял, ты убил твоя жизнь. Ты... Говорит, ну, и жизнь прошла, и у меня дети родились. И один день, у меня ребенок, самый маленький мой ребенок, 17,5 лет. Я его вырастил, воспитал хорошо рабой, ну, не знаю, как я пропустил его. Он начал тоже тут ходить с кем-то в краёте, и начал быть бандит, и туда, и сюда, и начал все, что... После года, что он с этим занимается, моя жена получила рак. После 4 месяца моя жена умерла. Ты знаешь, кто убил моя жена? Я. Мой род. Я никогда не ожидал, что у меня сын будет, как тот ребенок, что сделал всем плохой. Мой сын стал такой. Я что ему ожидал? Я что ему мечтал? Я что за него молился? Это что у меня дома стало? Я свою жену убил, я это знаю. Руфат, кто ругает, не ругает, брат мой. Мой старший брат, любимый. Кто ругает, не ругает. Он никого не ругает, он только себя ругает. Ашир, это надо запомнить. Сережа, когда человек кого-то ругает, он только себя ругает. Когда человек кому-то желает плохого, он себе желает. Он не знает, что это испытание такое, что у него дома может стать еще 20-30 лет. Жизнь – это колес. Что будет завтра? Кроме Бога никто не знает. Давид не знал, что будет завтра. Один вещь Давид знал. День, когда он умрет. Шаббат. Какая шаббат? Он сам не знал. Если Давид не знал, тут никто не знает. Один вещь мы знаем. Давид знал. Что ты сделаешь, тебе сделают. Что ты покажешь, тебе покажут. Что ты дашь слушать, тебе послушают. Ты послушаешь сам. Жизнь. У меня был в классе ребенок, у него была проблема с нос. Ну, у него мум, эх, омрим каха мум. У него была проблема какая-то с нос. У нас была одна в классе, ну, мы были в Авштайм. Алифштайн в одну. Она всегда на его нос смеялась. И его обидела. И он стеснялся. И она ему такой стыд сделала. Вежи за его нос. Она ему на такие имена, такие кличка ему дала. Ох, она его так... Вы не поверите. Это Бог свидетель, кто живет у меня, знает, кто они. У нее 9 лет. Дети не пришли в мире. 9 лет Бог ей не дал дети. И это точно? 9 лет
что мы учились вместе в один класс. В Израиле первый класс до 8, ты учишь в одна школа, потом 9 класс до 12, это уже тихон, гимназия, другая школа. Да. 8-9 лет, что мы учились вместе, что она на него смеялась и обидела, и так обижала его. Бог ей 8 лет не дал дети, клянусь. Ашем эди, Бог свидетель. И когда у нее ребенок родился, только один родился, после что она сделала много-много, ну, афрайот, HIV, да. У нее ребенок родился, и у него тоже самая проблема с нос, как был у тот человек. Не смешно. Обидно. Обидно. Чистокая. Кто прошел тут 40 лет, уже близко к 50 и больше знает. В жизнь? Жизнь колес. Обидишь? Увидишь. Ну, Всевышний, я уже 10 лет кричу на мои уроки. Бог не фраер. Поверьте, он не фраер. Фраерами, не он. Фраерами, что не учим от других ошибки. Что мы делаем свои ошибки и не учим. Что обидеть не стоит. Никогда. Рав Йорам Адержель рассказывает за царь. Что ко мне, к ним пришли люди, он так рассказывает. Пришли люди и ругаются. Делают, говорят, он тот, он. Делают сихсух между людей. Люди, что были друзья, они между них делали ссор. Все, больше не разговаривать за это. А это говорит, не он, так он, тут он. Если ты знал бы, что он. Один, что люди сами хорошие, друзья стали врага. И Рав Абержер говорит, у меня сидели такие люди. В жизни сколько сидели. Я увидел, как он на него говорит, что он. И поссорили люди. Он говорит, прошли 30 лет, 40 лет. Когда я уже, ну он же последние годы, он говорит, ко мне зашли дети, там 30-40 лет, говорят, рабай, что скажешь, мы сделаем. Что стало? Отец у нас умер. Оставил там 3 миллиона, 2 миллиона, дом, бизнес. Там, как поделить? Рав Абержер говорит, а вы между братьями не ругались? Как не ругались? Мы уже год ругаемся. Рав Абержер им объяснил, как все правильно сделать. Но в конец задал вопрос. Почему ко мне вы пришли? А, наш отец у тебя был когда-то, сказал, ты цадик. Кто это ваш отец? Плони Альмони. Рав Абержер говорит, их не родители поссорили людей. Их не родители у меня были, я умолял, хватит делать сихсух им между людьми. Хватит зла сделать между братьями и между друзьями. Хватит! Бог что сделал? Увидел, как они между его дети сделали такие вещи. Что Бог сделал? Что его дети были такие, что один с другого не разговаривают. Это Рав Абержер говорит. Что вы это знали? Аэлоим евакешет анирдав. Бог говорит, на тебе разговаривают. На тебе шейминг сделали. Тебе плохая имя вытащили. Бог говорит, оставь их для меня. Плачь, разговаривай со мной. Покажи мне твою боль. Захочешь, не захочешь, я им боль сделаю назад. Потому что Бог просит, Аэлоим евакешет анирдав. За тобой бегают. Хотят тебя убить, не хотят перестать, оставят для меня. Потому что тебе нету кому бегать, кому рассказать, только мне, правда? Я тебе дам ответ, я ответю. Люди, братья мои, если тут кто-то сидит и думает, что разговаривать лешон ара, это простая вещь, у него ошибка есть, извините. Мне человек написал сообщение вчера в Лонг-Айленд, почитал мало от его сообщения. Он говорит,
Люди в шок. Плачут люди в Израиль, когда увидели картины и видео, как рейп, как изнасиловали женщины, как зажгли дети. Он пишет: «Рабай, в Израиль, весь Израиль в шок!» Но я хочу сказать, рабай, один вещь. Моя жизнь испортилась, этот язык плохой. И все, что там они прошли один раз, я прохожу каждую минуту в этот мир. Маран ха-Хафец Хаим пишет: «Ми шемедаברים עליו לשון הרע, כאילו עובר ארבע מיטות בדין». Человек, что на него лишен раз, говорит, как будто его зажгли, как будто его убили, как будто его хенек, эрег, скила, срефа. Арба митот бедин. Потому что есть такие, что их убили один раз. Но когда ты лишен раз, говоришь, тебя убивают каждую секунду, каждую минутку, каждый день. Жизнь это уже не жизнь. У нас есть люди, думают, что лешон ара это смех, лешон ара это не смех. Лешон ара это один из самых больших грехов, что есть в нашей Торе. Вся наша Тора. Первый дом, второй дом. Все большие грехи, что были в нашей Торе, это все синат хинам. Синат хинам, что это? Хафец Хаим пишет бекнига Мекор Хаим, что синат хинам это лешон ара. Потому что когда человек тебя ненавидит, даже если ты ангел, он скажет, что ты garbage, что ты плохой. Но если он тебя любит, если ты самый мусорный ящик, что есть, он скажет, что ты ангел, ты самый лучший от всех. Потому что когда человек любит, он defense каждый. Он защищает. А ко мне одна пришла, говорит: «Рабай, мой брат, это золотой, это diamond. Это бриллиант, это самый хороший, у него сердце такая. Это лучший, это мой красавчик, брат. Но иногда он ее изменяет, ну и что?» Ты что, ты серьезный человек? Тебе когда-то изменяли, поменяли, так сделали, что ты как? Но нету как он, все это знают. Почему она так его защищает? Потому что она его любит. Когда человек любит, даже если ты грешник, даже если ты мурдал, ты грязный, и человек тебя любит, он тебя почистит. Он тебя любит. А когда человек тебя не любит, Рофат, даже если ты самый чистый, он тебе сделает, что ты грязный. Сделаешь ему самый лучший в мире, дашь ему все, сделаешь для него все, дашь ему все, покажешь ему все, сделаешь с ним все, будь с ним самый лучший, будешь ангел. И он тебя не любит? Он скажет, что ты грязный, что ты не так, что он на тебе плохие вещи скажет. Только за один вещь. У него сына, у него он тебя ненавидит, все. Но если он тебя ненавидел, если он тебя любил, и ты не такой самый хороший. Он сказал бы, что ты самый лучший, ты правильно сделал. Нету как ты. Ты мужчина. Он тебя любит. За это синат хинам. Откуда начинается? Как синат хинам? Куда она? Лешон ара. И после лешон ара конец. Бог зажигает все. Бог не хочет ничего. Дом у него был. Там все в Бет-Амикдаш, все учились Тора. Йо, зангизум. Да. Все Тора учились. Тфилин, Рабену Там, Раши, Шимуша, Раба. Все, Бог Хашем. Все. Каждый женщина, у него было кисуй рож, как бы Бен Ишхай. Бен Порат Йосеф. Борода такая, все, околь, все держали. То Гмара пишет, Бет Мигдаш, все держали. Один вещь не смогли держать. Уважать один другого. Бог говорит: «А, это что вы держите все, но вы не держите между вас кавод, уважение, чистый рот, это мне не стоит». Взял, послал кого надо, что зажгли все. Мне дом не надо. Если вы один другого в этот дом ненавидите, дом такой мне не надо.
Один от самых опасных вещей в мире – это наш язык. Хаим ве мавет бияд алашон. Жизнь и смерть в руками язык. Я не понял, почему в руками язык? Что, у язык есть рука? Рука? Скажи, в ногами язык. Жизнь и смерть за язык. Почему? В руками язык. Бияд алашон. Я не понял, что у нашей лашон есть рука? Бог говорит, слушай, слушай, мой сыночек. Рука, она строит и ломает. Рука, она дает и берет. Рука, она обнят или избит. В руками мы все делаем. Когда человек строит дом, говорит, ну, Бог Ашем, я с моей рука все достал. Я с моих рук все сделал. У меня, Бог Ашем, руки хорошие. У меня взяли от моей руки вещи. Ну, когда ребенок приходит в мир и говорит, что полный в руках, что все было. А? Все в руками. Все в руками. Два рука. Это яд, яд. Это вместе 14, 14, 28. 28 это коах в гематрия. Буквы коах. Сила. Бог говорит, хаим ве мавет бияд алашон. Жизнь и смерть. Есть сила в руках твой язык, что твой язык хуже, чем руки. В руки ты еще пойдешь в тюрьме, адвокат надо. Ну, все увидели, что ты это сделал, убил, взял, воровал. В руками ты сделал. Язык это хуже, чем в руках, потому что в язык тебе не посылают в тюрьме. Ты можешь убить человека без тюрьмы. Ты можешь... что он падал за твой язык и без тюрьмы. Но Бог говорит, ну этот язык такой опасный, чем рука, что я тебе заплачу хуже, чем в твоих руках, потому что смерть и жизнь в языке шелка. Он опаснее, чем в руках. Потому что в руках еще можно сказать, извини, Рофат, что я тебе вчера хас ве шалом избил. Тебя люблю. Но сказать всем, что Рофа такой и такой и такой. Если я 10 людей я им сказал плохие вещи на Рофа. И это 10 людей, еще 10 сказали, это уже 100 знают. И это 100, еще 100 сказали, это уже 10 тысяч. И это 10 тысяч еще услышали на Рофа плохие вещи. Сказали еще 10 людей, это уже 100 тысяч знают, что Рофа грязный. Хас ве шалом. А завтра я приду, Рофа, я слушал, что это неправильно. Я слушал, что это в конец не был ты. Извини, Рофат. Лучше, что ты Рофату избил, чем на него грязные вещи сказал. Потому что, когда ты его избил, можно простить. Это пройдет. Это между собой. Мало было больно, пройдет. Но если я твое имя испортил, Рофат, это не пройдет. Это не проходит. Кто испортил хорошее имя, тяжело ему сделать чува. И чува его, это с много-много-много есурим. Он много будет плакать. За лешон ара люди себе убивают. Люди себе скончают. Дети умирают от голода. Муж и жена. Вы не поверите, Джонни Тишма. Я вам сказал, в этот урок я дам два темы. Адам лехаверо ве лешон ара. Вы не поверите, Джонни. Ко мне пришел человек, что раньше вернулся бетшува, не от моей уроки. У него стала какая-то трагедия в жизни. Потом вышел от тшуве, и сейчас он опять вернулся. 17 лет назад он работал в какой-то заводе. Очень зарплата хорошая, был очень человек. И там одна девчонка хотела с ним иметь, но он не такой грязный. Он остался чистый для жену, для детей. Не согласился. Она пошла к хозяину, говорит, слушай, вчера ночью меня тут изнасиловали. Говорит, кто? Он говорит, Плони Альмони. Он? Да, он выглядит вам так и так. Но он вчера, ох, что он мне сделал. Это травма на весь жизнь. Быстро ее взял в полицию, там посмотрел. Написали все, тлюна, его взяли на мечтара. В суд задали его, выгнали от работы.
8 лет был женат, 3 дети у него, 2 девочки ставшие и сын маленький. Его жена испугала, сказала, я с тобой живу, я тебя знаю, знакомая 9 лет, живу с тобой на один постель 8 лет. Я не знала, что ты такой сумасшедший. Как ты смог такой весь скрывать от меня? Он говорит, я же ничего не сделал, клянусь. Я ее никогда не трогал. Я больше не хочу такая жизнь. Разводились. Она дочке сказала, ваш отец, он рейп. Он изнасиловал девочки. Осторожно от него. В конец он сделал эту машинку, что проверяют там Мехонат Эмет, полиграф. Все вопросы. На 4 разные полиграф он вышел прав. И она вышла, что она обманула. Ей сделали потом пушинг на нее. И она сказала, я обманывала, я хотела с ним быть. И он не согласился. И я не знала, как от мой эго, я извиняюсь. После 3 лет, что он имел суд, его жена не верила, что она уже вторая жизнь начала. Замуж вышла. Его девочки с ним не разговаривали. И так годами, годами он вернулся в начало бетшува, потом зашел в депрессию, оставил все. И так годами идет одна работа, ему говорят, слушай, ты тут работаешь, но без женщины, что близко к женщине не будешь, слушай, будет такой вещь. Все от него набоялись так. Скен. Ничего не сделал, Вофат. Абсолютно ничего. Он когда мне рассказал, говорит, рабай, моя жена первая, была первая и последняя. Девочки у меня, Барух Ашем, уже, он говорит, старшая у меня, 25-26 лет. У нее, Барух Ашем, сегодня маленькая девочка, она мне не дает ее трогать. Боится, потому что мама занесла в голове, что у вашей папы внутри в голове есть какой-то болезнь, что это не видно. Вся моя жизнь так. Но сегодня я близко опять прихожу к Богу, потому что я вижу, какой Бог большой. Он говорит, 8 людей. Очень, что они были эти, кто мне поломали вся жизнь. Я сегодня вижу, как Бог с ними делает что-то. Один у него дочка умерла, один сын умер, один, он, 2 дети у него в канцер, там один так. Вот. Все, что мне так плохо сделали, всем плохо. Я вижу, как Бог им вернул. Это мне делает сила понять, есть Бог в мире. Ну, рабы, что я пошел, я никому не желаю. Между нас сидят тут люди. Я не знаю, что вы пошли в жизни. Я не знаю, что вы еще пройдете в жизни. Но я вас умоляю, что за вас никто не прошел плохие дни. И это, что вы проходите плохие дни, это испытание. Делайте чува. Молитесь Богу, Богу даст сила, мы это пройдем. Но один вещь я от вас прошу. Хватит разговаривать лешон ара. Хватит каждый второй человек убить его просто так. Тебе не нравится? Не слушай. Тебе не хочется? Не иди. Не надо. Но закрой твой рот, потому что за этот рот ты заплатишь. Твои дети заплатят. Бог не забудет. Не будь человек грязный, потому что самый большой грязь – это рот грязный. И самый большой ра, самый большой ра – это лешон ара. Есть айн раа. Эйв конец. Но лешон – это ло лешон раа. Лешон хара. Эй, Бог говорит. Это самый большой грех. Не делайте его. Но я же не обманывал, рабай. Это так было, это правда. Это так же было, это правда. Рав Ицхак пишет, лешон ара, это правда. Правда, это лешон ара. Обман это вообще хуже. Это моци шем ра, моци диба. Лешон ара, это правда. Ну, рабай, что, я не был прав? Но если эта ситуация у твой сын была, и это правда, ты хотел бы, что это сказали все, что так и есть. Это же правда. Это же твой сын. Нет, мой сын нет. Почему? Потому что твой сын. Это же правда, нахон? Да. Почему на твой сын ты не хочешь, что сказали, что это правда? Потому что твой сын. А это не Бога сын. Закрой твой рот.
Закрой твой рот. Ты думаешь, что ты потрогал кого-то, и тебя не потрогают? Я не понимаю. Ты думаешь, что тебе, ты обидел кого-то, тебе не обид... тебе обидно не будет? Я не понимаю. Ты убил человек жизнь. Ты же... Жизнь его, не только семья. Его дети за тебя голодные завтра станут. Что ты думаешь, что твоя дочка завтра будет что-то кушать? Она будет голодная то же самое. Что думаешь? Жизнь это галгал, колес. За это, мои братья, я хочу только один вещь, чтобы вы взяли этот урок. Наконец урок. Я хочу вам сказать один последний так вещь. Что I wish, Бог даст, что мы такие были. Это я вам даю подарок, это история, это сказка, потому что это жизнь, что мы такие были. В Гивад Шмуэль, это около Бнебрак. Жил там человек, что искал шидух, не нашел. Один день выходит шидух. С ним вышла одна девчонка. Понравились один другому. Понравились. Сказали, давай второй раз посидим. Да, она говорит. Он говорит, да, конечно. Второй раз посидели. Понравились вообще. Так что Бог Шем Улад. Третий раз посидим. Да, посидим. Посидим тут. Ухаше. Посидели. После третьего раза он говорит, слушай, ты мне нравишься. Все, я для меня ты, это ты. Она говорит, ты мне тоже нравишься, ты это ты. Ну, посмотрим на next time, как закроем. Она пришла к ее рабай. Ну, семья у них была рабай. Рабай говорит, моя доченька, на четвертый раз расскажи ему правду. Сидят, она сидит, говорит, Плони, да. Я могу тебе рассказать что-то, да. Мой рабай сказал... Не рассказать никогда, потому что много за это мне не хотели и обидели. Я сказал, знаешь что, выходи, ты эшет хайл. Выходи, если он тебя захочет, на третий, четвертый раз расскажи. Он сидит, говорит, что рассказать? Есть что-то, что я тебе расскажу, только меня не обижай. Что ты мне обидно не сделал, беседа. Дальше, если ты не захочешь меня за это... Обидно не сделал, я так и так обижен от этого. Беседер, он такой был, такой рахмадуль, такой так жалеет, говорит, ну, конечно, что я не буду обидеть, что я человек, я не зверь. Обещай, что не обидишь. Даже если это не подходит тебе, я могу понять, ну, не бросай меня так. Скажи красиво, и не хочу, беседер. Он уже начал думать, на что разговор тут. Я говорит ему, могу рассказать? Говорит, да, да, я жду. Я обещаю, что я тебе буду самая хорошая жена. Барух Хашем, он говорит, я что хочу, хороший муж, я хочу хорошая жена. Но я буду только жена. Не понял, я хочу только жена. Да, но я буду хорошая жена, но только жена. Я не понимаю, ты можешь объяснить? Что ты не понял? Ты не понял, что я буду только жена? А что я хочу, чтобы ты была сестра? А что я... Жена хочу, чтобы была? Ну, только жена! Бог нам через меня тебе дети не даст. Я буду только жена. Мама, я не буду. Вау, вау, вау. Серджо, מה עושים בדבר כזה? השירצ'יק, זבולון, שתו מדיילים. ג'וני, מה עושים? רופא, צ'סנה, שתו... צ'לווק, אוז'ה, נוגלית איש איתך ראשי הדבצ'ונקה, נשול, ענתו שסיבני נחו... נשלי עדין דרוגובה. וידרשני פנית את הנלוכה הסיטואציה, את הפדנלית, את הפרוס קרב אליה, שבתות ורמיה. את התי, זנאי שתו ברוך הראשי הז'נה, נו, ותיבי הסניה דייתי ניבודת. פאפה, אתי ניבודיש, עתיץ תי ניבודיש. У твои родители, они grandmother и grandfather не будут. Все. Как это жить, Рофат? Это же... Ты что с ней не был, ты не женился, ты можешь сказать нет? Он сказал, я этот вопрос задам
Рабай. Пришел рабай, говорит, рабай, ситуация такая и такая. Как рабай думает, что делать? Рабай ему говорит, слушай, ты хочешь правду слушать? Он говорит, рабай, за это я пришел. Хорошая жена, да. Как она? Да, да, все есть у нее. Но дети не будет. А ты знаешь, что в сефер, сефер Ахинух, а где тарьяк мицвот написано? Ты знаешь, какая первая мицва цадик? Он говорит, да. Первая мицва прур, вум, лут, арец. Первая мицва принести много детей в мире. Ты понимаешь, что ты этот мицва не сможешь делать? Да, рабай. Ты понимаешь, что твои родители никогда не будут бабушка и дедушка за тебя? Ты это понимаешь, да? Да, понимаю. И ты понимаешь, что по Аллахе ты должен принести минимум ребенок и дочка. И есть такие, говорят, для куля альма 2 и 2. Так я не понял. Ты не понимаешь, что эта жизнь короткая, надо, ты хочешь Тора, ответ Тора, или как ты хочешь? Не, раба, я понял. Ты все понял, да? Так я тебе ответил. Так раба, сказать нет. Я тебе сейчас ответил, что ты ребенок умный, ты понял. То он приходит, он, before, что он дверь закрывает и уходит, он говорит ему, цадик, да, все, что я сказал тебе, это... Ответа Тора. Ну! Если ты с ней останешься, и ты ее не обидишь, даже если ты обидишь ее, это не твоя ошибка, потому что она правда не сказала от первый раз. Даже если она будет плакать и обидеться, это ты за это не заплатишь, потому что она тебе правду от начала не сказала. Ну! Если ты ей не дашь плакать, Бог тебе плакать не даст. Если ты возьмешь и будешь стирать ее слезы, Бог твои слезы будет стирать. Браха вацлаха. Тай! Что делать? Между нас. Ну, будьте честно сказать. Это же не легкий вопрос. Это 100%. Я с ней выхожу сейчас. Я женился, у меня дети не будут. У меня друзья Литал и Аял. 22 лет они вместе живут. Такая любовь между них. Детей нету. Ей 45, ему 45 лет. Все они сделали, чтобы были дети. Нет у них дети. Эйал бен Фани и Литал бат Сара. Шем итен нам ילדים, они живут в Явне, они мои любимые. לכל מי שאין פה ילדים, השם ייתן להם ילדים בעזרת השם. שהוא עשיר בעזרת השם. הוא ג'וני, הוא קש דבר שאתה תוציא דית, שאתה ניבוא יש לו דייתי נטו. הוא ידל שתקיע שאתה נכנס דייתי, שאתה בוק ומדס תישו. שאתה עובס דייתי בו, ידוות את גוד תפשית פן דלת, אמן ואמן. שאתה דלת, רופת שכתבית בו, שאתה דלת. אתה יכול לסנת שאתה עוזר, לא? Что вы думаете, что он сделал? Это не турецкое кино, извините. Это не индийское кино, анчи-панчи, мучи-пучи. Это жизнь. Да, он с ней женился. Если тот кто-то какой-то живет в какой-то планете, что там это какой-то Тальнобеля, там нет, это не Вива Платина. Дети у них не были ни год, ни два, ни десять. После 10 лет раба ему сказал, что по Аллахе он может с ней разойтись. Ну, если она не будет плакать, ты не будешь плакать. И пошли 6-7 лет, и один день он утром встает и кричит, ай, ай! У него был камень. Зашел в больницу, сделал проверки. Врач видит проверки, говорит ему, извини, я хочу тебе сказать что-то. У тебя нет детей, правда? Он говорит, нет. Сколько времени ты женат? Он говорит, 17 лет. О, у тебя уже сколько? 42, 43, да, да. Слушай, у меня есть какой-то хашаш, что у тебя какая-то проблема есть. Я хочу тебе это проверить. Иди в Тел-Ашомер, сделай проверки. Он шел проверки делать. После 4-5 часов ему говорят, что он вообще акар. У него проблема, он не может детей принести.
Он приходит домой, заходит домой, и сидит его жена, на столе плачет. Он говорит, что ты плачешь? Она говорит, врач позвонил. Он говорит, он что тебе сказал? Она говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, я там был. Он говорит, да, он сказал, что я беременная. Бог говорит, ты думал, что ты ее жалел? Но! Ты себе жалел. Ты думал, что ты ей делаешь одолжение? Ну, я тебе возьму, что ты не плачешь. Бог тебе сделал одолжение, что ты не плакал. Бог говорит, когда ты ее жалел, Рофа, ты себе жалел. Когда у тебя не было шанс, но ты дал шанс, Бог тебе дал шанс. Ты не смог. Ты не знал. Ты знал, что она не может, но ты ей дал шанс. Бог говорит, Сара, Ривка, Рахель, Леа, Авраам. Авраам 100 лет, Сара 90 лет. У них не было шанс. Но они один другого не оставили, дали шанс. Бог говорит, я им дал Ицхак. Я им дал смеяться. Потому что когда ты даешь шанс и ты жалеешь, Бог говорит, я буду жалеть. Даже если у тебя нету рехем в животе. Нету никакой шанс. Медицина сказала never, never, never. Как Бейден сказал, don't. 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 Шанс. Нету шанс. No шанс. Бог говорит, ты дал шанс? Я тебе получишь шанс. Каждый, кто тут сидит, должен знать, это жизнь. Таковая жизнь. Что ты покажешь, тебе покажут. Что ты сделаешь, тебе сделают. А дашь, тебе дадут. Вот. У меня, когда был молодой, у меня были очень красивые машины. Я всегда, если был муж, жена, что идут сейчас у них свадьба, я всегда дал машину, что у них была свадьба. Красиво, я дал подарок. Годами пошли, и один день по дороге урок в Хацор-Глилит. Я застрался с моей машиной, у меня была Шевролет. Застрался, у меня это, мотор ушел. Я в мой урок сказал, какое чудо у меня было, мотор ушел. И один человек, что жил в Америке, я не могу сказать его имя, он жил в Америке 30 лет, он сейчас прошел жить в Израиль. После короны он пошел жить в Израиль. Он мои уроки слушает 4 лет. Он услышал на мои уроки, что у меня машина, без машины. Я такой, у меня свою жизнь на уроке много так. Мешатеф это цибур. Он звонит к рабби Авраам, мой помощник, говорит ему, Авраам, шалом. Я не знаю, какая машина была у рабай. Но от его уроки я слушал, что у него всегда были хорошие машины, он дал подарок туда-сюда, и я хочу ему подарить тоже подарок. Что я сделал какой-то экзит, какой-то вещь в Америке. Я пришел сюда, я купил себе дома, туда-сюда, бизнес это. Я такой человек, я так начал ему рассказать на себя. Окей, что? Он говорит, слушай, я тебе делаю сейчас трансфер деньги, я тебе даю так и так деньги, я хочу, что завтра, что рабай пошел себе купил машину. Рабби Авраам говорит ему, Плони, как ты? Знаешь, сколько звонили? Я завтра дам, я завтра пошлю, я завтра куплю. Знаешь, сколько хватит? Рабай один день поверил, купил диски на 50 тысяч шекель. Купил, принес в Америке, в Москве. Человек ему сказал, приходи, я тебе дам деньги. Пришел, человек не ответил. Нету человек. Рабай вытащил 50 тысяч диски так. Он говорит, не-не-не. Я тебе даю слово, я сейчас делаю трансфер, я пошлю фото, и завтра уже на счет увидишь. Реально, завтра на счет я увидел. Я пошел, купил себе машину. Я увидел в жизни, когда ты делаешь, Бог для тебя сделает. Я сейчас ребенок, Бог Хашем, спасибо Богу, моя дочка старшая, дал замуж год тому назад, и сын женился месяц тому назад.
Baruch Hashem. Спасибо, спасибо. Спасибо. Год не прошел. И Бог свидетель. У меня от свое не было. Но Бог мне так помог, что все, что я вытащил на его свадьбу, Бог мне послал такие люди, что ровно, мне дали ровно тот же сумма, что я вытащил. Одна копейка мне не было такого, что не хватало. Все, что надо, я ему дал. Все было. Почему? Потому что в жизни, кто ко мне не пришел, мой дом всегда открыт для всех. Гости всегда ко мне заходят. Есть, нету. Мангал открытый всегда. Есть такие люди, что у меня были дома месяц. Есть такие, что у меня тут были два недели. Мой дом всегда открытый для всех. Я никогда дверь не закрыл никому. А когда я должен был, Бог для меня двери никогда не закрыл. Я на свое тело знаю, кто сделает хорошего, Бог ему вернет хорошего. Написано Бешломо Амелех: «Шлах лахмеха аль пне амайм». Пошли твой хлеб на воде. Беров аямим, день придет, ты этот хлеб найдешь. Я это не только веру. Я это живу и знаю. Я от этот урок хочу только один вещь. Только один вещь. Для вас, для нас, для каждого тут, что сидит уже полтора часа, пожалуйста, не ругайте никого, потому что вы себя ругаете. Не проклиняйте, не надо проклинать никого, вы себя проклиняете. Не надо желать кому-то что-то. В конец ты себя это жалеешь, ты желаешь себя. Не говори лишон ара на кого, ни на никого, потому что потом твоя жизнь будет очень тяжелая жизнь. Потому что лишон ара убивает себя, твои близкие, твои любимые. И даже чужие, что они евреи, наша страна. Потому что лишон ара это самый плохой вещь, что есть в мире. Не разговаривай. Ты слушал на... Как он? Ну, я после урока Ренен Шаулов не хочу разговаривать на никого. Я хочу, я могу сказать, ну, лучше, что я закрою мой рот. Это лишон ара. Он понял, что он плохой. Это лишон ара. Я иду сейчас в ресторан Плони Альмони. Как это ресторан? Не ходи, не кушай там. О, ты кто ты? Бессовестный. Тебе не нравилось ресторан? Не кушай. Закрой рот. У него дети есть. У него рабочие. Там работают люди, что кормят их не дети. Тебе не было вкусно. Если ты хороший человек, дай шанс. Если ты хороший очень человек, разговаривай хорошие вещи. Но не бить плохой человек. Не закрывай ему его парнаса. Ой, вавой. Ну, рабай, правда, там не было вкусно, что делать? Не ходи. Ну, рот закрой. Ну, если у меня задали вопрос или нет, скажи ему, было лучше, было супер, я люблю. Пускай он пойдет, ему не понравится. Что он сам не пойдет? Ну, почему за тебя кто-то не пойдет? Почему за один, как ты, кто-то не пойдет? Завтра, если его ресторан закроется... Он будет бедный, его дети будут нищие. Люди, что там работали, не знают, если у них будет работа. Это что ты хочешь? Я плохой глаз, я плохой рот. Братья, делать плохо кому-то, от этого ничего хорошего не выходит. Но делать хорошего кому-то, от этого ничего плохого не выходит. Запомните это слово. Пожалуйста, наконец урок. Буклин. Я обещал тут два урока на один урок. И Барух Ашем, что Бог мне дал такой подарок, что для меня этот урок самый важный урок, что когда-то я дал в мире. Я так считаю, что этот урок сегодняшний день, это самый важный урок, что когда-то я дал на весь мои уроки на русский язык. Адам ле хаверо. Потому что потом мы плачем, мы сидим на полу, плотим. Почему мы плотим? Не за ничего, только за одна причина. Кто-то за нас плачет. Кто-то за нас сидит на полу. Кто-то, потому что мы плохие вещи сделали ему.
Мы платим, мы в конец заплатим. Я в этот урок хочу, чтобы мы никогда не платили. Как мы не заплатим? Если мы перестанем плохие вещи сделать другие. Все. Хватит. Стоп. Enough, that's enough. А сегодняшний день, лешон ара, don't. Don't. Как Байден сказал, это зомби? Don't. Don't. Вы были сами хорошие друзья. Все, перестали дружба между вас. Не надо его сделать, что он грязный человек. Может быть, завтра ты захочешь вернуться опять. Ты никогда не сможешь, потому что ты на него грязь поставил. Что вы знали, когда люди идут один на другого, не за это они остаются так. День придет, они могут вернуться. А преда, лома фреда, это что мы расстались, это не говорит, что мы все, мы наш конец. Но! Люди, что не фреду, один другого оставили, это не говорит, что они не вернутся. Мы можем вернуться. Ты знаешь, почему мы не вернемся? Не потому, что мы расстались, потому что мы один другого сделали грязь, разговаривали грязные вещи. За это даже если мы хотим вернуться, нету куда, нету почему, нету причины. Ты не оставил шанс. Мы можем иногда отойти мало, далеко быть, не разговаривать, ну не увидеться. Но оставь меня, я тебя оставлю чистый. Потому что день придет, мы захочем быть опять назад. Мы запомним, как хорошо было на месте. Мы запомним, какие хорошие дни. Да, змея зашла, сатан зашел, яцер ара зашел. Ну, закрой рот. День придет, мы вернемся. Но если рот откроешь, вернемся. Никогда нету шанс. Не потому, что мы расстались. Потому что мы один другого сделали грязь. Убили один другого. И когда ты человек убиваешь твой рот, ты шанс не оставляешь. Потому что этот рот хуже, чем пистолет и чем нож. Этот рот. Он убивает. Больше, чем пистолет и нож убивают. Хафец Хаим пишет, «Кол шатем роим никварим бехаем, лешонам кавар». Язык убивает. Только язык. Не делайте плохо никому. Никому. Гуфат. Наши горские евреи, кавказские, воракива ко мне пришел. Бог свидетель. Все знают, кто это. Боба стая Серджо. Серджо, ты шма. Он говорит, рабай. Я с твой помощник разговаривал. Он сказал, что ты мне можешь помочь. Что стало, брат? Моя дочка лежит в больнице Ихилов. Что сказали? Врача говорят, что все, нету шанс. Что стало? Врача говорит, день-два остались, день-два остались, день-два остались. Сколько времени уже так? Уже неделя, рав, что у нее есть? Кавасаки. Кавасаки это в сердце есть такой болезнь, хайдак. Напишите на Google. Кавасаки это у детей есть хайдак, что он заходит в сердце, и он 24 часа до 48 убивает сердце. И так ребенок умирает. От 100 детей, может быть, 5 выходит. Это чудо. А где дети проходят такая болезнь? Ихилов, 5 этаж, Бет-Холим Аль-Шем Дана. Это имя. Я там был, я не хочу вам... Что вы никогда не видели, как дети на кровати лежат там так. День-два дают. Сколько? Неделя, он говорит. Брат, извини. Что ты занимаешься? Я, если тебе скажу, ты не любишь. Может быть, я не люблю, что ты занимаешься, но я тебя люблю. Ты мой брат. Ты мой бирор. Ты мой кров. Не-не-не, ты не полюбишь, рабай. Брат, ты был уже рабай. Я у всех рабай был, никто не помог. Хочешь помочь? Я готов. Что ты занимаешься? Рабай, я, ну, фудеи. Я даю деньги на проценты. Извини, много тебе должны деньги? 3 миллиона почти, рабай. Когда человек не платит, что ты ему говоришь? Сколько дня ты ему даешь? День-два, правда? Как ты говоришь телефон? У тебя день-два есть, а?
я тебе даю день-два. Говорит, Абай, да, я так говорю. Он говорит, видишь, ты всем говоришь день-два. Слушай, что тебе Бог дает назад, опять служат. У тебя день-два остались. Начал плакать. Рабай, что делать? Иди каждому скажи, нет у вас день-два, у вас есть вся жизнь. Только простите мне, и это долг, что есть между нас, я сделаю керен, я вам дал 80. Что ты сегодняшний день заплатили? Дальше проценты это было? Это не процент, это от керен, это от 80. Дали 40, да, и осталось 80, не осталось 80. Вы дали 40, осталось 40. Когда у вас будет деньги заплатить, не будет, только простите. У вас нету больше день-два, у вас есть вся жизнь. Ты готов это сделать? Рабай, ты готов? Я тебе даю слово. Если ты это сделаешь, и ты перестанешь сказать день-два, Бог тебе перестанет. Услушай. Если ты перестанешь, что они слушали эту вещь, если они перестанут слушать день-два, ты перестанешь слушать день-два. Я тебе обещаю, я тебе даю слово мое. Это было Йом Шлиши. Вторник. Четверг вечером мне звонит, говорит, рабай, чудо. Чудо. Я уже вижу свет. Воскресенье утром в 11:20. Они вышли домой с девчонка. Баруха Шем, я был на суда тогда. Ты перестал сказать день-два? Ты перестал убить людей? Ты перестал людей напугать? Бог перестанет. Как написано в Тилим? Ашем цилха алияд яминеха. Я не понял. Цен. Кто берет рука? Или кто кого берет? Цен рука и рука цель. Написано Бог цилха Ашем цилха алияд яминеха. Кто берет кого? Рука цель или цель рука? Кто кого двигает? Рука двигает цель. Что Бог пишет? Ашем цилха. Алияд яминеха. Бог говорит, я тебе не сделаю. Я тебе паниш не дам. Ты себе сделал. Ты себе паниш принес. Ты контроль делаешь. Я тебе даю, что ты сам своя судьба будешь решить. Не я, говорит Бог, ты. Что ты делаешь? Я за тебя. Куда ты идешь, я с тобой. Сделаешь грехи, заплатишь. Сделаешь мицвот, я тебе дам. Я тебе не буду решать, что делать. Я делаю, как ты делаешь. Сделаешь ему лучше, я тебе сделаю лучше. Ашем цилха, алияд яминеха. Все зависит от тебя. Это наш урок. Спасибо, что вы тут были. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что слушали. Почти 2 часа вместе тут на это наш урок. До этого, что я сюда пришел, я молился только один вещь, Бог, Всевышний. Что это будет самый лучший урок в такое время тяжелое, что израильские евреи, народ евреи, такой холокост проходим. Сделай так, что этот урок будет, что зайдет в каждому в сердце. Что мы перестанем быть звери. Потому что когда мы звери между нас, Бог посылает звери на нас. Когда мы один другого убиваем, потом мы плачем, когда мы видим, как другие нас убивают. Это наша вина. Потому что мы один другого тут убили. Шанс не дали. Один другого тут избили. Один другого тут зажгли. С нашей зла. Принесли большая зла на мир. На нашу страну. На наш народ. Стоп. Все, don't. Never. Хватит. Можешь делать лучше? Делай. Не можешь делать? Плохие вещи перестань, не делай, это не стоит. Тебе дети есть.
אבות תאכלו בוסר, שיני בנים תקהנה. זרדיתי לי השיפ כדייתי פלוטת. החבטת. סרג'ו, שתובייס את התורוק. בעזרת השם יתברך. בודית, לפדניית דושה של תוויה בבושקה. מניה בת שמואל בת לאה. שתו יודושה ואתה את התורוק בוית נשמתה צורה בצרור החיים גן עדן עליון. שתו פסיך תות כתו סידיית. שתו זווס. תול כזה תקי ככבס. יד תות סיזו. ספסיבה רם שתו וייסט. ספסיבה שתו זווס יא מגות דבת תקוי רוק וז'ני. ניתול כתות שתו יביזו פסיך. דומה כתו סמוטרית את התורוק. סלושאית. שתו את התורוק זיידות נשא הסרצה. Что нас и сердце будет лучше, чем было до этот урок. За это я тут сижу. За это вы тут меня привезли. Серджо, Ашир, Звулун, Джонни, Йоси, Руфачик. Что всегда, только я поднимаю звонок, Руфат. Вопросов нету. Раббай, приходи. Народ Израиль, народ наш еврей. Мы хотим еще один урок. Такие, как ты, за такие, как вы, Серега, мой любимый, у Всевышнего есть еще один урок и еще шанс, что мы поменялись быть к лучшему. Спасибо вам. Бруклин, кто хочет заказать урок сюда, к нему домой, к на его синагога, кто хочет быть с нами партнер, что next time, может быть, в Хануке придем, кто хочет быть что сделать что-то для Илуи Нишмат, для Рафуат, все, что вы хотите. Кто хочет заказать урок, я вам сейчас дам номер. Тоже, если кто-то хочет знать, когда есть next урок в Бруклин, Квинс, кто-то тут, что хочет знать, информация на следующий раз, что мы будем, когда будет урок, адрес, у нас все есть. Я вам дам один номер, что там вы можете задать каждый вопрос, написать себя, что вам дали там вся информация, заказать урок в этот номер. Номер отсюда, в Америке, напишите. Если вы хотите знать информацию, только напишите, я хочу знать информацию. Добавляйте меня на какая-то группа. Все там вам добавлют. Если хотите заказать урок на этот номер, номер плюс 972-50-90-80-989. Опять. Плюс 972-50-90-80-989. Бруклин. Я в жизни, я рад, я горжусь этим. Что в жизни после моего урока я никогда не собрал деньги и никогда не попросил деньги, потому что уже все мне помогли, что я тут буду, и ничего не будет, хашалом, все хватает, все будет хватать. Я в жизни тоже это не сделаю. Я не такой. Я не собираю, не прошу, не делаю продав, не продаю ничего. Барух Хашем. У нас Тора чистая. Но я от вас прошу один вещь маленький, не для меня. У меня в Израиле ребенок Плони Альмони. Мои дети его очень любят. 24 лет. А 10 лет без отец. Отец его бросил. Дети бросил. Как сирот. Ребенок хороший. Вернулся бетшува. Был много в депрессии. Сам себе вырастил. Работает. Ребенок хороший. Вернулся бетшува. Я его один раз обнял. От этот момент он говорит, ты для меня отец. Ты мой папа. 14 лет назад он закрыл свадьбу. Отец позвал ее. Говорит, слушай, я дам 80 тысяч шекелей, а что твои родители дадут? Он говорит, у меня отец нету. Есть, но он не со мной общается. И у мамы нету деньги. Ну что я смогу я дам? Он говорит, такие вещи нету у нас. Если нету деньги, как можно свадьбу играть? Позови твой отец. Он говорит, мой отец не придет. Не придет, не будет свадьба. Говорит, слушай, ну... Он говорит, не-не-не-не. Если будет 80, будет свадьба. Не будет, ты моя дочка не получишь. Он со мной говорит, слушай, будет, ну так.
Это кто, ты хочешь с ним жениться? Это кто, ты будешь у него сидеть шаббат? Такой? Это человек? Тебе такое надо, не надо? Начал плакать. Я ему обещал, о, Плони, 2 месяца. Клянусь, дай Богу шанс, 2 месяца, ты посмотришь, будет чудеса. Он живет в Иерусалиме в Тальпиот. Он работает в магазинах, где там есть там овощи такие. Там туна, саламон, там все. После 2 месяца зашла одна девчонка. Ровно. Говорит ему, слушай, ты знаешь, что я тут у тебя покупаю иногда, да? Мои родители за тебя умирают. Мой отец, мой мать, уф. Они говорят, почему, почему не он? Я сказал, ну что я сделаю, как я это сделаю? Ну, я сюда пришла, я никогда ни с кем не начала. Я не такая, ну, если захочешь, мои родители сказали, попробуй. Если захочешь, я попробую. Хочешь? Говорит, почему нет? Это было в август. 28 сентября он ей дал кольцо. Барух Ашем. Он, у него нет денег жениться. Она сказала ему, слушай, что он получил подарок от Бога. Ее родители любят его сильно, не как тот. И она такая хорошая, не как тот. Все, что у нее не было, у нее есть, это. Она хотела такая свадьба тот. А это говорит ему, о, Плони, давай сделаем свадьбу в синагоге. Не хватает. Я ему сказал, слушай, мой сын женился. Барух Ашем, свадьба как надо. И у тебя будет свадьба. Я для себя никогда не буду собирать. Даже если хас шалом не будет. Но для тебя я соберу. Я соберу. Если кто-то тут хочет помочь ему, я буду рад очень. Безрат Ашем, если кто-то, каждая сумма захочет дать лехатан векала, безрат Ашем, я очень буду рад. Какая сумма, что не было бы. Все, что вы дадите, я ему дам. Мы поможем. Потому что кто поможет, Бог ему поможет. Бруклин, сах Боши, спасибо, что вы есть, худок умек, что всегда увидели счастье, радость и покой. Рофа, Цетрут, я вам все желаю тут радость, счастье и покой. Я вас люблю. До next time. Мы не прощаемся никогда. До next time. Спасибо, что вы были. Раби Хананья бен Акашия, умер отца Акадош, Баху Закот Срел. Ульфихах, Балем Тора, Митцвот, Шенемар, Адонай, Хафец, Лемаан, Цитко. Ягдил Тора, Веядир, Кадиш.